Приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем Голдраш день за днем на харде. Так, у нас сезон 6, день 23, 8 дней до зимы. Продолжаем рыть. Роем мы вот этот участок. Вот эти квадраты. Здесь уже выбрано. Вот здесь что-то осталось. Копаем вот эту часть. Рыть опять же буду за кадром. Увидимся позже. Итак, порода тут почти закончилась. И все утро была гроза. Сейчас только выглянуло солнышко. Время 9:55. Так, тут все вычерпали. Последний ковш. И будем смотреть, куда идти дальше. Так, все чисто. Вроде чисто. Это уже можно не копать. Нифига не осталось. Край карты. На гору не полезу. Поэтому перемещаем экскаватор. Заодно заправить надо его. Заправить можно из бочки. Быстрее будет бочку укатить. Так. Самосвал отсюда убрать. А рыть, скорее всего, буду вот эту часть. Следующий ряд. Так, это все выбрано практически. Здесь мусор остался. Так, рыть буду вот это. Два квадрата, скорее всего. Давай быстрее заливай. В этот раз тройной промывки не получится, поскольку перемещение техники. Там уже одна промывка есть. Время 10 утра. Две точно будет, а вот третья вряд ли. Погнали. Тут 4 квадрата не получится, поскольку там склон идет. Склон будет сложно обрабатывать. Вот так вот можно. На расширение можно, то есть надо рыть снизу. Наоборот, снизу не получится, там надо рыть сверху, оттуда. В смысле, идти надо вот так. Вот по этой линии, оттуда. Вот тогда все получится. А может оттуда и начать? Опять там будет ругаться, что залез на территорию. Так, тут. Карту. Эти квадраты тоже надо отметить.
Там они включаются. Давай, ползи. В горы не ползет. Так. Начнем отсюда. Можно даже, наверное, прямо в этот копать. Нормально будет. Нормально будет. Даже без самосвала. Прямо в бункер. Пойдем в ту сторону. То есть между этими линиями по средней. Вот по этой линии надо идти. Ну, сначала здесь все выберем. Так, начнем, пожалуй. Да, здесь будет ругаться пока. Да, рыть надо сверху вниз. Для удобства. Грузит? Еще как грузит. Ну ладно, продолжу за кадром. Увидимся позже. Так, а секундочку, интересно, сколько полный ковш будет от бункера. Так, вот полный ковш. Там 5%. Одиннадцать, так же как и самосвал. А, ну да, здесь 100% получается. Ладно, увидимся позже. Да, порода тут халявная, но эта халява скоро кончится. Породы тут немного, во-первых. Во-вторых, она очень бедная. Ну а так очень удобно. Практически выбрал здесь два ряда. Чуть-чуть дальше можно будет третий выбрать. И все. Дальше опять самосвалами. Так, это двойная промывка уже есть. На третью вряд ли наберем, но посмотрим. Ладно, продолжу за кадром, увидимся позже. Так, я тут бегаю, очищаю коврики. И почему бы заодно не начать промывку? Подумал, потому что время уже 19:14. Так, заводим аппараты. Будем промывать сразу. Это... Двойная промывка, чищу коврики. Так, отсадочная. Сразу можно запустить. Так, тут составил. Еще три комплекта. А, нет, не все. И не все. Ну вот, заодно начнем промывку. Так, поехали. Золото у нас 84 унции есть. То, что не переплавили тогда. Здесь я ношу их по одному, поскольку тут ящик не пролезет. А лазить наверх с ящиком, прыгать туда-обратно, да быстрее так сбегать. Так, мелкие уже очистил. Второй комплект больших. И останется время копнуть.
Так, пока между отсадками ведра не ставлю, поскольку запину их в угол. Таская коврики. Там подвинул экскаватор чуть дальше. Последний слой такой халявной породы. Ну, в смысле халявной, что ее возить не надо. Прям экскаватором в бункер. Но эта порода, как сказал, уже самая бедная, можно сказать. Так что мало с нее получишь. Жила находится дальше. Там уже только экскаватором. Вернее, самосвалом возить. Можно, конечно, Фрэнк в аренду взять, но это обойдется слишком дорого. Не окупится. Вот здесь бы вполне подошел Фрэнк. Так. А, следующий ряд. Надо было сразу таскать. Один вешать, второй брать. Так, двойная работа. Да пофиг. Так, чуваков посмотреть новеньких я не могу, насколько они прокачались, поскольку гроза, планшет не работает. Так, третий комплект вполне влезет в одно ведро. А 1% магнетита. Четырех ведер отсадок маловато будет. Ладно, утащить. Только ведра сейчас нужно будет ставить сюда, между отсадками. Так. Это там нормально все. Порядочек. Еще комплект нужен. Это уже следующее ведро. Так, там 4 комплекта маленьких, здесь 3 больших. И последний. Комплект 6 ковриков. Время уже 20:09, как раз останется время копнуть. Да, маловато. Двойная промывка с отсадок, едва 10 унций. Должно быть 20. Как и минимум. А это говорит о том, что порода самая бедная, вообще шлак. Но окупаемость у нас где-то 25 унций в сутки. Так что больше уже окупится. Это отсадочные еще идут. Так. А нет, гроза не кончилась. Палатку идти бесполезно. Так, там генератор я вроде заливал. Девяносто четыре, 95 унций. Ну да, чуть больше 10 унций. Но это только с двух комплектов отсадок.
Они у нас третьего тира. Большие потери на них идут. Несмотря на рабочих, вот все остальное. Верхние коврики заполняются лучше. Но это не мы недополучим золото. Это арендодатель недополучит нашего золота. Так. Мелкие. Немного провод убрал, но все равно мешается. Молнии сверкают. Так. Крупные. И два ведра наверху еще. Так, тут уже 21%, там 23, 21, 28. Заполнение идет неравномерно. Наверху вообще. Там вроде всего несколько процентов. Так, три комплекта больших. А потом притащим оттуда. Это уже основное пошло. Основная часть добычи с крупных ковриков и с верхнего желоба. Отсадки пока так, вспомогательные. Усилить бы, но пока копим на новый участок. Так, куда побежал? А, наверх. Пора чисто. Ведра пустые. Закончили промывку. Итого 139 унций в сумме. Время 21.11, можно еще копнуть. Уже на следующий день. Можно сразу в бункер пересыпать. Но лучше так не делать. Так, правильно подключил? Так. Конвейер, бункер питателя, так, насос. Механик тем временем занялся экскаватором. Масол простаивает. Может, так, вот это уже почти на максимуме. Можно еще в круговую туда объехать. Опа, он еще движется. Сам по себе. Это почти максимум. Максимальная дистанция. Да, еще сместился немного. Сюда достает еще. Копнем. Лампочку сюда притащил, а тут дальнюю выключил пока. Не жрал энергию. Ну, жрет так же, одну выключил здесь, а вторую включил тут.
Выключил там, включил здесь. Самую дальнюю. 21:30. Время еще есть. Набрать породы на следующий день. Сразу не до дна. Можно черпать. Вроде перестал ругаться, что копаете по твердой поверхности, по твердому потолку. Заполняется этот бункер так же, как самосвал. Процент тот же. Ковши не всегда полные идут, но это детали, это не важно. За скоростью не гонимся. Можно здесь, конечно, было и погрузчиком это все грести, но тогда он оставляет платик. Экскаватор роет больше. С той же точки. Роет чище, после него ничего не остается. Здесь нам нужно очень чисто подобрать, поскольку здесь станет экскаватор. Ну, не конкретно здесь, а на этой территории. И отсюда пойдет туда вниз. С горки. Сверху вниз копать удобнее. Вот так, чем на неровном склоне снизу вверх или сбоку. Меньше просыпает. Два часа до окончания этого дня. Нормально тут устроился. Породу возить не надо. Загребай да сыпь. Да, хитбоксы у этих бункеров довольно большие. Мимо не просыпешь. Это еще не последняя точка, откуда может экскаватор достать, но дальше, наверное, и не пойдем. Развернемся туда, на карьер. По отмеченным квадратам. Здесь просто расчищаю место для маневра. Снимая этот шлак. Ну, не выкидывать же. Потому что тут рядом, заодно промоем. Хоть сколько-то добудет с него. Здесь еще не совсем такой шлак, который совсем дохода не принесет. Поэтому можно все подряд. Девяносто четыре. Там еще что-то осталось вроде. Сейчас черпанем. Че
там и видел. Вот здесь. Или нет? Чё-то было. Так, заводим. Экскаватор пора заправлять. Ну, бочку притащим оттуда. Так, механик пересел на генератор. Так, тут. Жрет топливо только в путь. Только успевай подливать. Расход по осеннему тарифу, так сказать. Увеличен. Заводим. А там 9% наверху. А внизу уже почти 30%. И продолжаем сыпать. Да, экскаватор сполз, далековато уже. Но еще достает. Да, не очень чисто. Загреб. И опять ругается. Вот теперь чисто. Время 23:00, последний час пошел. Тут уже бункер ближе не поставишь. Роем как есть. Довольно большой полукруг выгреб. И можно еще ряд снять. А вот здесь ругается, не та территория. Высыпал. Да, вот так он и высыпает. Потому что там уже платик срыт, ниже пустота. Воспользуемся крышкой. Так, все. Пока все. Остатки можно засыпать и перемещать экскаватор уже на ту позицию, с которой он будет работать довольно длительное время. Так, 52%. Тройную не добрали. Но на следующий день. Двадцать три, 25. Время. Держать. Удержал, не высыпал.
А там перед открытым ковшом что-то остается, он так держит. Только натыкается на пустоту и высыпает. То есть там еще можно догрести немножко. Вот текстуры. Но это уже не захватит, наверное. Что-то захватил. Отковыряем. То, что сможем. Двадцать три сорок шесть. Да, в этой позиции ругается. Ковш пытаешься открыть в верхнем положении. Говорит, что копаете твердую породу. Да, блин, отцепись. Там еще несколько ковшей осталось. 23.59. И день окончен. Итого 20.653 зарплата. Переработано 985 кубов. Намного меньше. Заработано 55 унций. Аренда 19.28. Так, дождь идет. Дождь идет, а вот... Гроза вроде бы кончилась. Глянем чуваков. Так, не оттуда полез. И бочку подогнать. Это, наверное, уже подгоню за кадром. Так. Банк. Золото. Пока держится на той же отметке. Литков у нас нет. Чуваки. Новенькие. Нанято 19 человек. 100%? Вот, пошли они. 29%. Рановато еще. 39. Тоже рановато еще. Это запасные чуваки, то есть они просто сидят там на дополнительном лотке. Так, дайте бочку. Вот эту часть еще тоже может быть скопать, экскаватор по кругу подогнать. Так, чтобы ковшом доставал до бункера. Лампу выключил. Те тоже, наверное, пока можно будет выключить, но хотя черт бы с ними. Бочка. Да залить то, что есть.
и заполнить снова. Пригнать сюда же. Где-нибудь поставить, чтобы экскаватор не натыкался. Это уже проделаю за кадром. Ну а на этом пока закончим. Всего хорошего, всем пока!